В рамках празднования Наурыза самых активных членов отметили в областном отраслевом профсоюзе сельскохозяйственных рабочих. Им были вручены благодарственные письма от имени главы региона Галии Искалиева. Отраслевой профессиональный союз работников аграрно-промышленного комплекса и сельского хозяйства отстаивает интересы и права тех, кто трудится в этой отрасли. Благодаря госпрограммам жизнь на селе становится лучше. Тем не менее, здесь по-прежнему ощущается дефицит кадров. Для решения проблем профсоюз ведет постоянную работу по разработке и принятию коллективных договоров с предоставлением сельским труженикам дополнительных социальных льгот. Высоко оценивая их заслуги, по традиции перед праздниками чествуют лучших в своем деле. Так, благодарственные письма Акимобласти вручены 6 работникам АПК. За последние 5-7 лет в нашем районе государственную награду орден «Ембек Данка» за личный вклад в развитие сельского хозяйства и высокие производственные показатели получили 15 работников нашей отрасли. Это большое достижение для нас. Выражаю благодарность за высокую оценку. Работа по развитию профсоюзного движения будет продолжена. Председатель областного профсоюзного комитета работников аграрно-промышленного комплекса и сельского хозяйства Мангильды Давлетжанов отметил, что торжественное собрание проходит в канун празднования 30-летия независимости нашей страны. Основная работа профсоюзов направлена на продвижение принципов социальной справедливости и улучшение социально-трудовых отношений. Должны поставить работу так, чтобы каждый член профсоюза сельского хозяйства, пусть будет другого, чтобы он ощутил, что профсоюз работает на этого конкретного человека, чтобы была отдача. В период пандемии даже можно было чувствовать, люди растерялись и так далее. Я думаю, что в этот период после профсоюзной организации нужно где-то поддержать, здесь кого-то наградить. Здесь это облегчение идет и руководителю предприятия. Необходимо отметить, что в Западно-Казахстанской области насчитывается порядка 1000 первичных профсоюзных организаций, в которых состоят более 70 тысяч западноказахстанцев. Альбина Кумургалиева, Абек Сагенгалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.